Заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкта в ходе рабочей поездки в Карачаево-Черкесию посетил строящуюся модульную блочную котельную контейнерного типа в поселке Правокубанский. С вводом данного объекта жители населенного пункта будут обеспечены бесперебойной горячей водой. Сейчас работы находятся на стадии завершения. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Появление новой котельной позволит жителям поселка Правокубанский получать горячую воду в дома в круглосуточном режиме. В настоящее время ею можно воспользоваться только в отопительный период. Здесь уже почти все готово для запуска в эксплуатацию. Заместитель полпреда президента России в СКФО Владимир Надыкта вместе с председателем и членами правительства Карачаева-Черкесии осмотрели состояние готовности объекта. Было отмечено, что работа новой котельной позволит сократить норму расхода энергоресурсов на выработку тепловой энергии. Теплоснабжающая организация, это его подразделение. В рамках программы ФНБ мы сейчас полностью обновляем. Здесь в рамках этой программы мы, помимо обновления самой котельной, вот строительства вот этой модульной, мы еще теплотрассы меняем, которая обеспечит уже и калорийность по теплу, и качество подачи тепла. По словам строителей, работа модульно-блочной котельной рассчитана на 25 лет, и в течение этого времени она будет экономить 70% газа. Осталось теперь провести энергию и подвести газ, которыми сейчас занимаются строители. Эта котельная на 13,5 мегаватт, рассчитана на весь поселок. Сейчас мы находимся на этапе завершения. Все главное оборудование смонтировано, установлено полностью, уже в рабочем состоянии. Осталось нам завершить электрику и подвести газовое оборудование. Также у нас установлены теплообменники пластинчатые. В старых котельных установлены трубчатые теплообменники. Теплоотдача у этих теплообменников выше на 50%. И теплоотдача больше. Совершенно новая модульно-блочная котельная будет введена в эксплуатацию уже в конце этого года. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.